Вместо карантина каникулы в администрации Урая приняли решение внести изменения в календарный учебный график. Это связано с тем, что в последнюю неделю среди жителей города увеличилась заболеваемость ОРВИ. Санитарные врачи даже подняли вопрос о карантине. Управление образования озвучили альтернативу, которую предложили управляющие советов школ. Перенести каникулы, которые были запланированы с 29 апреля по 5 мая, на месяц раньше. Так что в уральских школах каникулы уже начались и продлятся до 31 марта.